Это видео нам прислал очевидец. 18 января около 2 часов дня на перекрестке улицы Советской и Победы столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ-2107 и Шкода Октавия. Причина аварии – грубейшее нарушение правил. Видео с регистратора одного из автомобилей нам предоставили представители Воскресенского ГИБДД. На кадрах четко видно, что водитель классики пытается проскочить на красный сигнал светофора и происходит столкновение. Есть. Никто не пострадал, только по счастливой случайности. Хочется еще раз напомнить, что правила дорожного движения и даже знаки на автодорогах зачастую результат чьей-то трагедии. А потому их соблюдение – это ваша безопасность. Денис Снитков, Воскресенские вести.